многие часто спрашивают, что я сам читаю и какую поэзию предпочитаю. Но это не секрет. Можно даже проследить. На самом деле авторов очень много. И поэтому я стал вечера брать немного тех авторов, которых я по-настоящему ценю и уважаю. Одно из стихотворений, которое я хочу читать, я в прошлый раз уже его тоже читал в Москве. Это стихотворение Сергея Есенина. Переоценить вклад этого человека в мое творчество просто невозможно. Я считаю, что это был главный вдохновитель вообще того, как нужно это делать и как прожить эту единственную жизнь. Все живое особой метой помечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был жулик и вор. Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу к испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся о камень. Это к завтра ему все заживет. И теперь вот, когда поостыла этих дней кипятковая вязь, бесконечная дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только нобью мой брыжет шаг. Если раньше мне били морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень. Это завтра.